причинении смерти по неосторожности. Инцидент в продуктовом магазине Кронштадта произошел в начале февраля. Сотрудники супермаркета заподозрили 81-летнюю пенсионерку-блокадницу в краже 3 пачек масла. Женщину доставили в отдел полиции, где она умерла от сердечного приступа. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора «Магнита» Ольги Кониховой. По версии следствия, она резко высказалась в адрес пенсионерки и не предложила женщине заплатить за товар. Кроме того, Конихова незаконно изъяла личное имущество женщины, чем дополнительно усилила эмоциональное воздействие. Уголовное дело направлено в суд. В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада Победы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила сотрудник информационного центра столичного департамента транспорта Наталья Федорова. В связи с проведением репетиции Парада Победы 22, 24 и 27 апреля с 6 до 7 утра, а также 21, 23 и 28 апреля с 7 до 9.30 утра будет закрыто движение участок проезда Девичьего Поя от улицы Клющиха до Новоконюшного переулка. Сотрудники Дептранса просят автомобилистов учитывать эти изменения при планировании своих поездок и выбирать альтернативные маршруты движения. Выпуск информации о курсах валют. Доллар на завтра 51 рубль 52 копейки, евро 55,55. И о погоде. В эти минуты в Москве плюс +1. В течение вечера, по данным Гисметео, пасмурный, небольшой снег с дождем. На завтра синоптики обещают дождливую погоду. Днем воздух прогреется до плюс +8. Таковы главные темы к этому часу. Антон Кравченко, «Говорит Москва». Слушать, думать, знать правильные глаголы. Говорит Москва. Реклама. Сохранение традиций отечественного образования. Поиск инновационных технологий обучения. Поддержка молодых и талантливых. Создание творческих инициатив и бизнес-проектов. Определим приоритеты правильно. Развитие российской образовательной системы – важное направление государственной политики. Сохраним лучшее вместе. Телефон рекламной службы 737-8744, код 495. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва. Оперативные сводки Советского информбюро. Наша профессиональная память о великой победе. Гости радио «Говорит Москва» докладывают о событиях на фронтах Великой Отечественной войны –